Красавчик! Ну вот, а теперь можно каждому 5 дать. Молодец. Красавчик. 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 Кто еще 5 дает? Красавчик. Стой спереди, стань так, чтобы вот. Красавчик. Еще разок. Эй, красавчик. Ты 5 давала? Федор, помнишь, Сережа, я вначале говорил не трогать. Андрюша. Красавчик. Побежали быстрее. Егорушка, давай, рассказывай, как ты себя чувствуешь, как ты прошел эту полосу препятствий? Хорошо. Хорошо? Устал? Да. Красавчик. Марк, как ты прошел эту полосу препятствий? Было тяжело? Нет, просто я очень самый сильный. Красавчик. Андрюша, что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, я прошел, у моего любимого-то вот эти конусы и вот это. Ты устал? Катюша, как ты прошла дистанцию? Устала сильно? Нет, но я очень хотела пить, и вообще это легкое задание. Молодец, попей водичку. Федор, сюда. Федор, водичку попил. Сюда подходим. Ну, расскажи, как ты проходил дистанцию? Сильно устал? Я сильно устал, но я пил воду, когда занимался. Очень сильно вспотел. Да, это все правильно. Но Сережа, я оставался. И я сильный. Красавчик. Сережа. Я прошел полосу препятствия, потому что я был собран. Красавчик. Сложно было? Да. Тяжело? Но я справился. Не сдавался? Нет. Молодец. Ярик. Ну расскажи, как ты прошел дистанцию? Сильно устал? Сложно. Сложно? На какие-нибудь еще секции ходил? Не ходил? А, ходил. Ну и как разница, какая чувствуется? Легче. Здесь легче? Там легче? Да, вот здесь у меня голова часто кружится. Да, вестибулярный аппарат делает. Ребята! Thank you.
Хаджиме. Быстрее, 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 быстрее. Молодцы, до конца доходим, там ждем. Здесь слазим и у следующего препятствия стоим, ждем. Да, там ждем. Катюша, да, Марк, быстрее надо, двумя ручками, двумя ручками, двумя ручками. Двумя ручками. Ножками пола не касаемся, не помогаем. Марк, быстрее, 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 быстрее. Не развалимся, быстрее, быстрее. Тяни, тяни, ты же самый сильный у нас. Давай, не сдавайся, мы за тебя болеем. Катюша, молодец, что поправила. Красавчик, давай, 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 еще немножко. Молодечек, ждем. Андрюша, поднажми, Сережа, не сдавайся. Быстрее, быстрее, Андрюша, ручками. Двумя, 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 двумя. Давай, 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 давай. Марк, не мешай, он должен четко идти и знать, что там свободно. Быстрее, 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 быстрее. Ярик, красавчик, не сдавайся, двумя ручками. Поэтому надо тебе вперед становиться, я тебя вперед не просто так поставил. Сережа, красавчик. Во-первых, от Сережи подальше, чтобы друг дружку не задевали. Приготовили следующее упражнение. В порядочке стали. Приготовились. Хаджимай, пошли, 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 пошли. Идем, 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 идем. Раз. Прыгаем туда дальше. Идем, 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 идем. Федор, и потом туда в начало. Начало туда. Вот это упражнение в начало идем. Отжимай.
Сардельки в студию. Не падаем. Арт, давай быстрее, быстрее. Я видел, как ты это быстро делал. Красавчик! Ярик, красавчик! Андрюша, молодец! Катюша, красотка! Сережа, не сдавайся, ну на Катюшу не накатывайся. Надо, чтобы травм не было. А теперь-то, да-да-да, там в другую сторону. Надо научиться держать дистанцию, это важное творчество, умение такое. Катюша, давай. Приготовились, хаджиме. Ползем. До конца крутим, в конце ждем около оранжевой. Красавчик, Сережа. Твоя задача, когда ты дырку там где-то найдешь, как ты сказал, тебе нужно попробовать самому решить вопрос этот. Понимаешь? Перекатиться через нее. Искусственно созданная ситуация как бы. Вовремя заметить, что перед тобой кто-то кувыркается. Здесь ждем, Федор. И Борушка, ждем. Давай, она в следующий бывает. Она то делается, то исчезает, ничего страшного. Приготовились. Лицом проползаем вперед. Лицом. Понимаете? Отжимая. Побежали. Еще разочек всю дистанцию, вот эту оранжевую пройдем, потом чуть-чуть отдохнем. Отжимаем. Андрюша, напрягись, посильнее, побыстрее немножко. Виртуозности, отбежать ее не задевать, ты стоишь ее, колотишь туда-сюда, ну как это? Последнее, рывочек, быстро пробегаем, туда мы ставим водички, забираем. Катюша, и тут побежала быстро, рывочек какой молниеносный. Красотка, Ярик, молниеносный рывочек, молодец. Сережа, ты способен на молниеносный рывочек после прохода? Красавчик. Ну вот, а теперь можно каждому 5 дать. Молодец, красавчик. Красавчик. Кто еще 5 дает? Красавчик. Стой спереди, стань так, чтобы вот. Красавчик. Еще разок. Эй, красавчик. Ты 5 давала?
Андрюша! Красавчик! Ползем, ползем, ползем. Не обижай больше никого. Не подталкивать, нельзя толкать. Можно сказать только, сказать. Но не более того. Сказал, все. Да, Марк? Если кого-то кто-то толкнул, у него там какие-то чувства неприятные, ко мне подходим сразу, сами не разбираемся. Федор, начало вот этих ключей. Гусиным шагом надо идти, а не ползать на колени. Идем, 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 идем. Марк, так быстрее, быстрее, двумя ручками. Тащи, тащи, тащи. За скамейку держись руками. Руками за скамеечку держись. Марк, быстрее, быстрее, быстрее. За руками, а ты сверху кладешь. Так сложно таскать. Красавчик, красавчик. Самый конец и на правом бочочке. Марк, давай, 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 соберись, соберись, соберись. Начало бежим, бежим, начало вниз, садимся гусиным шагом. Хаджимы, хаджимы. Андрюша, быстрее, 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 быстрее. Видишь как он? А мог бы уже делать. А ты толкаешься, тебя в конец поставили. Федор, не обгонять. Ты обогнать можешь вот здесь, вот когда пробегаешь вот эту дистанцию. Двумя ножками, двумя, двумя, двумя. Андрюша, быстрее, 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 быстрее. Сюда падаем, первый раз ползем, просто ползем. Просто ползем. Лицом в ту сторону. Марк, в ту сторону лицом. Давай, 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 давай. Андрюша, Сережа, быстрее, 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 быстрее. Первый раз правым бочочком, второй раз левым бочочком. Федор, начало. Не надо хитрости вот эти. Федор, начало в той стороне. Читер маленький. Вот он, красавчик, красавчик, красавчик. Безопасно, Федор, делать надо, чтобы друг дружку не задевать. Егорушка, красавчик, чемпион. Первый раз прошел, Егор, ты второй уже идешь, молодец. Ты здесь дважды прошел, Егор, дважды пробежал. Вот иди второй пробегай, два раза там. Катюша, вот эту оранжевую полосу два раза. Андрюша, быстрее, назад не смотри, тебе вперед надо смотреть. Федор, ой, Егор, в ту сторону, отбежал еще раз в ту, навстречу не беги. На встречную полосу. Катя, ты два раза пробежала здесь? Надо два раза идти, два раза, два раза. Быстрее, 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 быстрее. Давай, 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 два раза здесь пробежать надо. Падаем, 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 молодцы. Молодцы, молодцы. Сережа, догоняй. Сейчас у тебя свободного времечка есть, ты можешь научиться обгонять. Вот сейчас уже как раз полет твоим творческим вот этим шалостям. Обгоняй. Пусть будет шалость в виде отбора, но чтобы никто не страдал, хорошо? Да. Сможешь обогнать, красавчик. Периодически кто-то перед тобой попадается, кто медленно делает. Подожди, выжди момент. Будь как опытный, опытный воин. Да, Марк? Выждал момент. И тогда начал уже делать как бы то, что необходимо. Терпение – это опытная вещь такая. Нужная вещь воина. Катюша, быстрее, 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 быстрее. Ты прополз, но... Да не важно, ты сейчас доделай. Уже прошло время. Я понимаю, что не специально.
Красавчик, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Федор, давай, красавчик. Давай, 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 побежал, побежал, побежал. Молодец. Федор, здесь два раза надо, два раза здесь. Надо быстрее соображать, что ты делал. Вначале слушать надо внимательно. Вот, два раза здесь. Два раза здесь, оранжевый, два раза. Ты не должен сдаваться, нельзя взять и развалиться. Слово такое, развалился, то есть поломался, разрушился. А делай тогда. Не толкай никого, научись терпеть. Он не может быстрее, не надо его толкать, ломать. Должен подождать, это терпение будет тебе вот такой урок хороший. Сережа, быстрее. Соберись. Ты доделал там? Можно сделать дальше, продолжай дальше делать. Если не можешь, то подойди. Обидели, подойди. Какой третий, да? Молодец, красавчик, не устал? Андрюша, руками только за скамейку. За скамейку только руками. За скамейку, давай, 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 давай. Только за скамейку. Молодец. Дальше. Давай быстрее, соберись.
повторяй за ним. Сделай так, как надо. Ну чего, не сдался, Сережа? Красавчик. Ну ты не сдаешься жалеть у нас, да? Правильно? Ты красавчик. Все, Сережа, сюда. Сюда. И здесь побежали. Ребята, все на красные. Перебегаем. Побежали, побежали, побежали. Быстрее, 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 быстрее. Раз, молодцы. Катя, ты там водичку пьешь? Андрюша, туда тоже. Федор, лицом проползаем на животе. Марк, то же самое. Вниз ложимся, не забивая, давай, давай. Бежать надо, а не ходить не спеша. Все, это самое. Федор, Федор, водичку пьем. Водичку пьем, отдыхай. Разик проходишь, отдыхай. Егорушка, давай, рассказывай, как ты себя чувствуешь, как ты прошел эту полосу препятствий? Хорошо. Хорошо? Устал? Да. Красавчик. Марк, как ты прошел эту полосу препятствий? Было тяжело? Нет, просто я очень самый сильный. Красавчик. Андрюша, что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, я прошел 9 дней, у моего любимого-то вот эти концы и вот это. Ты устал? Катюша, как ты прошла дистанцию? Устала сильно? Нет, но я очень хотела пить, и вообще это легкое задание. Молодец, попей водичку. Федор, водичку попил? Сюда подходим. Ну расскажи, как ты проходил дистанцию? Сильно устал? Я сильно устал, но я не пил воду, когда занимался. Очень сильно вспотел. Да, это все правильно. Но Сережа, я оставался. И я сильный. Красавчик. Сережа, Сережа, мы тебя ждем. Я прошел полосу препятствий, потому что я был собран. Красавчик. Сложно было? Да. Тяжело? Но я справился. Не сдавался? Нет. Молодец. Ярик. Ну расскажи, как ты прошел дистанцию? Сильно сложно. Устал? Сложно. На какие-нибудь еще секции ходил? Не ходил? А, ходил. Ну и как разница, какая чувствуется? Легче. Здесь легче? Там легче? Да, вот здесь у меня голова часто кружится. Да, вестибулярный аппарат делали. Ребята,